Ребята, всем привет! Сегодня очередная рубрика «Покрути 100 спинов», да? У нас были такие слоты интересные, мы крутили 100 спинов по разным ставкам, в основном по рублю. Сегодня у нас, ребята, знаете, недавно вышел NeoTent, и я решил крутануть Space. Баланс 160, у нас есть там ставка рубль 60. Мы... Так, где наша ставочка? 80. Вот, ребятки, ставочка рубль 60. Мы делаем 100 спинов. А пока ставьте лайкосики, комментируйте, что вы по этому поводу думаете, нравится вам, не нравится. И забирайте 100 фриспинчиков, ребята, в тележке. А тележка наша в описании канала. Поехали. Авто, 100 спинов. И аурим, ребята. Аурим на заносик. Надеюсь, что-нибудь интересное будет. Слот с потенциалом лютейшим. Он просто может по линиям наваливать. Бонуски нету, но ставит хорошие, отличные линии. Ну, когда захочет. Давай, картофель. Удиви нас. Ставочка 1,6. Таких поляна картошек тоже пойдет нам. Плохо. Одна линия только. Только одна линия, уй. 7,20. Крутим дальше. Ну, вот, ребята, нам бы поймать кристаллы или таксистов. Это и хотя бы линии 20 и просто шикардос. Это просто уже будут хорошие бабки, скажем так. Даже очень хорошие. Блин, на кристаллы байтит, таксистов байтит. Вот интересно, за 100 спинов хоть один раз поставит что-то интересное? Вот, зеленки могут отыграть. Сейчас еще есть лупастики. Что-то лупатиков не ставят зеленых. Картошка второй раз сыгрывает. И опять немножко накидывает. Ну, поддерживает. Ладно, допустим. Допустим. Ну, ждем. Хороший символ, ребята. Хотя бы большой. Одноглазого. Зеленку. Вот одноглазый хорошо. Зеленый. Неплохо. Ну. Офигеть. Две поляны вилдов поставил криво. И ничего не сыграло. Оно даже играть может не на респине. На первом спине просто навалить, а второй респин будет пустой. Просто... Ой-ой-ой-ой-ой. Скамит как жестко. На тент провайдер, скажем... Есть таксисты! Ребята, аурим. Аурим на таксистов. А это может быть хорошо, если сейчас красиво поставит. Пятнашка только уже дала. Пятнашку уже было дала на том. А здесь сколько? Сколько здесь миллионов? Скажи, пожалуйста. Хороший, хороший спин. Сколько это миллионов? 40 миллионов? 60 рублей, по-моему. Я же, ну, сбился. Неплохо, неплохо, ребята. Ставка 80 дала... Сколько? 4000, да? Ну, ждем. Баланс внизу, ребята. Кто не заметил, сколько навалило, можете прекрасно посмотреть в повторе. Здесь у нас пишется... Просто автоспин идет, и справа выигрыш, он быстро мелькает. Ну, таксистов поставило. Не люто. Он может намного лучше. Там было сколько? 2-3 линии закрытых. Еще кристаллов накин. Кстати, третий раз картошка играет, да? Может, картошка хочет поляну навалить? Прям картошечка нам накидывает потихонечку. Ну. Пойдет. Начало есть. Начало есть. Я надеюсь, мы в нулях останемся. Уже будет очень хорошо. Ну, хотелось бы заносика увидеть. Конечно, таксисты могли там навалить хорошую полянку, но они не захотели. Ну. Ребятки, забирайте фриспинчики. В описании канала наша тележка есть. Залетайте в тележку. Там 100 фриспинов и 40 бунов. Ну, зеленку не поставил Зубатова. Ну, конечно, вилдой... Вилды он прям скамит жестко. Ну, давай. Десятку дал. Ай, картошка. Ай, картошка вредная какая-то, а?
И прям картофель лепит этот, просто картошка, больше никто не играет, да? Вот такие хорошие символы, одна картошка, и валит, и все. Ни зеленки, никого нету. Давай просыпайся, наваливай нам. Ну какой ты жадный. Одноглазого дай нам, будет неплохо. Если полянку закроют, конечно. Давайте, ребята, лайкосик, комментарий свой пишите, как вам такой формат, как вам такие видосы. И мы будем дальше крутить. Может, следующий видос по покупке бонуски будет, потому что мы есть видосы, кто не видел, можете посмотреть, кто новенький. Опять картошка, что это такое? Прям картофель нам дает и все. Ты какой? Ну и мало вообще ни о чем. Даже ставку не отбил. О, синих дал. Давай синеньких немножко. Слезы слезные мои. Давай. Ой, какой ты вредный. Зеленку. Вот такую зеленку с игровку хорошую, и все пойдет. Копеечка. Вот, начал уже разнообразие давать, ребята. Разнообразие пошло у нас. Ну. Закрой. Хороший спин, ребята. Хороший спин. Сколько миллионов? X10 есть. X50, X20. С копейками, да? Пойдет копеечка. Немножко баланс вернули кверху, как начинали. Ну, ё-моё. Зеленку бы нормально было. Давай, трехглазы. Удиви нас. А тебя не было, наверное, еще, да? Пойдет. Еще копеечка. Ну, не закрыла, не закрыла линии просто. Бим-бим-бим. Ух ты, не сыграл эта пчелка. Эта пчелка тоже хорошо дает, очень даже неплохо. Здесь по факту даже картошка, если закроет поляну, там без одной, но это люто тоже. Это хорошие деньги будут. Ну давай, трехглазый покемон. Я понял, за носом не попахивает. Ладно, идем дальше. Сыграй что-нибудь один спин просто хороший, как сотки на две. Вот две сотки он просто на изи может поставить вообще без вопросов. И мне что-то кажется, он или зеленого, или вот этого циклопа большого синего, он его поставит. И причем будет неплохой спин. Ну это мне так кажется. Должно что-то быть. Но у нас уже спинов мало осталось. Но он поигрывает, он держит нас. Он туда-сюда баланс качает. Ай, пустой. Вообще пустой. Ну, копеечка пойдет. Ладно, допустим. Вот он после того спина, когда нам поставил хороший, 220 поднял и сейчас плюс-минус скинет, подкинет. Туда-сюда гоняет. Ну, блядь, ну алмазики могли сыграть, кристаллы эти. Все, ребята, 100 спинов кончилось. Баланс 211 рублей. Это значит, мы 50 рублей в плюсе. А это же, ну, хорошо. Отлично, ребята. Всем спасибо, кому понравился такой видео, формат. Ставьте лайкосики, на канал подписывайтесь, ставьте свои комментарии и залетайте на стрим. Жду всех вас, ребята, на стриме. Всем спасибо, всем удачи. Всем пока. До встречи на стриме.